Здорово. Так, ну вы, наверное, соскучились по соло-контенту. Смотрите, что я для вас приготовил. 6 образов Человека-паука. Это значит, что у нас сейчас будет челлендж, ребята. 4 классических и 2 холландовских. Или нет пути домой. Я не буду вам сейчас объяснять в деталях все, что мы будем делать, да. Мы просто выбираем случайный выбор образа. Нам выпадает паучок. Ну и, естественно, мы залетаем в каточку. Ну, а вы смотрите ролик до конца. Ставите лайки, естественно. Не забывайте подписываться на канал, если вдруг еще не подписаны. Ну и как бы магазин предметов. Смотрите, какой классный скинчик здесь есть. Вот энергетика, допустим. Кастомка должна быть у всех. А это значит, что надо зайти в магаз, писать тег автора вот этот. Ну и как бы не забывать его тоже обновлять каждые 2 недели. Всем спасибо, кто это уже делает. Ну а я иду выполнять челлендж Человека-паука. Погнали. Такс, ребята, для начала расскажу вообще, в чем соль. В чем соль-то, а? В общем, я буду летать на локации с веб-шутерами, то бишь с паутинкой паучка. Паутинка паучка, ребята. Сейчас, наверное, полечу вот сюда куда-нибудь, залутаю быстренько эту самую паутинку. И, как видите, у меня такой, я не знаю, аква цвет костюма. Это значит, что я буду юзать только экзотический лут. Это будет не так уж просто. Ну, челик уже все забирает, да? Ну, понятно. Ну, блин, ну обидно, ну обидно. Ну, где еще? Есть что-нибудь? Нет? Вот, есть, найс. Найс, я успел. That's good. Так, окей, с этим все понятно, правильно? С этим все понятно. Дальше нам что нужно сделать? Правильно, найти экзотический лут. У меня, кстати, одна единственная попытка получается, потому что 674 золота. А как известно, экзотический лут, одна только пушка стоит 600. Поэтому в палатке у меня сейчас ничего нет. Я могу здесь купить барю, но барю я не хочу. Я, наверное, поиграю с дробовиком, ребят. Вот он, мужичок. Так, тут челик уже есть. Все, у меня один всего лишь шанс. Всего лишь один шанс. Закупаю я дробовичок. Все, дальше лутаюсь. Ребята, дальше я просто... Опа, во мне кто-то стрелял, что ли? Я не понял. А, ну да. Бот, что ли, какой-то? Ну да, это, походу, бот. Я не попадаю. Подожди, я не могу попасть. Боже, что происходит? Что происходит? А можно мне как-то... На меня напал бот. Ребята, дайте немножечко хоть в себя прийти, а? Ну, это моя первая игра на сегодня. Ну, камон, ну я только проснулся. Куда вы все лезете, да? Ботов мне тут накидывают в игру. Что я могу юзать? Да, собственно, из пушек только этот самый дробовик. Я не знаю, мне кажется, он вообще максимально бесполезный. Абсолютно бесполезный. Ну, я имею в виду дробовик. Вообще, в принципе, экзотики бесполезные в этой игре сейчас. Так, раз уж я юзаю только экзотик лут, значит, я могу себе собрать просто фулл стак какой-нибудь медицины. Да? Медицинские штучки. Допустим, аптечка. Вот он, миники. Замечательно. Можно, кстати, знаете, что обновить сейчас эти? Обновить паучки. Тут вроде бы есть еще один спот, где их можно найти. По-моему, на вот этом дереве. А, вот есть. Замечательно. Ну, в принципе, погнали. Ага, погнали. Замечательно. Ну, кстати, классный ремейн, да, на такую зону. 28 игроков на вот эту зону, да, первая буря идет. Отличный ремейн, я вам скажу. Замечательный. Просто шедевральный. Посмотрим, что у нас получится вообще сделать с экзотик лутом. Что-то мне кажется, вообще ничего. Более, у меня сейчас такой паблик. Ребят, я просто встречу первого челика. Он будет кранкать 90, редачить просто в секунду на 0 пинге. Ну, естественно. Сейчас сами все увидите. Хочу ХГ. Блин, мне интересно, как вообще с этим дробовиком файтиться. Я не попал? Куда я не попал, да? Да ну. Ну, что-то дал, какой-то дэмэдж я дал, конечно, да. Но он вообще бесполезный. Не, ну это челик какой-то такой. Надо бы его... А, ну понятно. Ладно, я просто немножечко, ребят, я немножечко переживаю, вы должны меня понимать, я чуть-чуть переживаю. Во-первых, у меня ресов не особо. Во-вторых, что-то, ну, я переживаю все-таки с этим лутом, да. Что я могу сделать с этим лутом? Да ничего. Офигеть, 11 ремейн, серьезно? Рефреш паучков. Давайте я на дереве посижу. Или в кусте. Блин, на самом деле сейчас в Fortnite выполнять подобные челленджи, я даже не знаю. Ладно. Корона лежит. Я не буду брать корону.
Хорошо. Ну вы поняли. Настя, все еще могу здесь посидеть. Ну, страта, че? Страта дедовская, старая, рабочая. Я с этим дробовиком ничего другого сделать не могу. Я тут повешу немножко. Челик просто в своей постройке остался. Ну ладно. Окей, первая катка, сразу победа. Неплохо. Это можно и лайк поставить, правильно? Что нам там следующее выпадет? Холланд. Окей. Бывают моменты, когда стационарный компьютер не лучший вариант. Иногда устаешь сидеть перед монитором целый день и хочется полежать на диванчике, поработать. Но так, чтобы не жертвовать производительностью. И Lenovo Legion 5 Pro для этого лучшее решение. На борту видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 на 140 Вт и процессор Ryzen 7 5800H. Так что мощности для моих задач предостаточно. Я без проблем могу монтировать на нем ролики в 4К. А еще бывает, что мне нужно стримить с нескольких камер на кухне, например, снимать кукинги. Работает там, не? И с этим он тоже справится. У ноута супер яркий 16-дюймовый экран с разрешением Quad HD и важный моментик — соотношение сторон 16 к 10. А это значит, что помещается больше информации по вертикали, чем на стандартных экранах. Это полезно даже в Fortnite, когда нужно строиться, ты просто больше видишь, чем твой соперник. Ну и частота обновления 165 Гц с технологией G-Sync и FreeSync, естественно, на месте. Когда дело доходит до игр, этот ноутбук обгоняет своих конкурентов с формально таким же железом. У него очень крутая система охлаждения, которая рассчитана на полный теплопакет видеокарты и процессора. 30-я серия вдвое энергоэффективнее 20-й и еще мощнее с включенным ретрейсингом и технологией NVIDIA DLSS, которая дает больше FPS. Так что Fortnite можно играть на стабильных 120 кадрах в Quad HD разрешении, а для минимизации задержек поможет технология NVIDIA Reflex. И знаете, раньше такого ноутбуки потянуть не могли. Если нужно подзарядиться, то можно запитаться и по USB Type-C. Очень удобно. Такая зарядка компактная и легкая, самое то для поездки или работы вне дома. А вот для игры на максималках в комплекте есть мощная зарядка на 300 Вт с собственным разъемом. Еще одна фишка этого ноутбука — это режимы переключения графики от производительного до энергосберегающего в зависимости от ваших потребностей. А еще в ноутбуке аж 6 USB портов. Это реально очень важно, это огромный его плюс, потому что их вечно не хватает. 4 обычных USB и 2 USB Type-C. Ну и апгрейдить ноутбук можно без потери гарантии. Для этого предусмотрено 2 слота M.2 SSD и 2 слота под оперативку с частотой 3200 и до 64 гигов памяти. Если прямо сейчас выбираешь ноут, то Lenovo Legion 5 Pro лучший ноут по соотношению цена-производительность. Он крут как для работы, так и для игр. Так, ну что, давайте смотреть, что же нам там выпадет. Ага, ребята. Ну, блин, вроде как это паук такой, знаете, с позолотой, правильно? Какой-то он немножечко золотистый, плюс у меня башка горит, потому что победа уже есть в кармашке. Победа в кармашке у деда. В общем, сейчас мы, наверное, все-таки снова лутаем паучков. На вот эту же локу я лечу. Сейчас быстренько я приземляюсь. А, тут у нас челопчичи. Там есть паучки, а здесь и здесь есть, найс. Быстро лутаем. Короче, я буду юзать только золотой и только мифический лут. Поэтому сейчас мы, наверное, отправляемся за скалой, за основателем. Блин, в идеале бы найти какой-то золотой лут, ппшку золотую, вы прикиньте. Я бы тогда даже повикеил. Тут челик ламу лутает. Я не могу ничего сделать сейчас, потому что у меня ничего нет. Сейчас попробую, наверное, гарпун найти. Ребята, мне нужен гарпун. Пожалуйста, выдайте гарпун человеку, пауку. Выдайте, ну, плиз. Очень хочется гарпун. Очень хочется. Прям очень... Еще лама. Блин, еще одна лама, серьезно? Гарпун. Найс. Сюда. Ну, кто-то едет. Какой-то Петрович едет. Ля, поехал. На дачу за картохой погнал. Где основатель? Блин, там челики файтятся. Везде уже все файтятся. И основатель, как назло, наверное, там ходит, да? А вот он, основатель. Стопы. Знаете, что я сделаю? Я отсижусь. Просто если я сейчас быстро построю себе рампы и попытаюсь забрать основателя, меня могут сбить. Хотя у меня есть паучки. Не знаю, кто-нибудь сейчас вообще забирает основателя? На меня еще airdrop падает. Серьезно? Прямо на меня? Это все мне? Это мне? Ладно, давайте заберу основателя. Братишка. Он даже... А, он в куст упал. Блин, он упал в куст. Ну, серьезно?
все, отстань. Давай не будешь. Давай ты не будешь теперь. Ну все, теперь только отсиживаться. Камон, ну почему? Ну пал в куст, ты не задамажился. Там еще и челик меня сбивать начал. Ну вот то, что я говорил. Вот он его пытается забрать. Блин, а что мне делать? Я ничего не могу сделать. Знаете, что я могу? Блин. Запомню скин. Скин школьницы. Что это за прикол? Что это было? Фиолетовый лут. Идеально. А что это за прикол? Почему чел просто в мой куст забежал? Это что за... Это нормально? Челик просто... Просто побежал в мой куст. Забежал ко мне, лол. Да давай, не надо, боже. Ну это паблик. Ну ё-моё, ну... Вы серьезно, ребята? Ну да. Я понял. Но я не могу улететь. Окей, НТ. ГГ. Ну тут без шансов. Я не знаю, я не смог забрать основателя и как бы... Кринж. Окей? Классический паук. Так, окейушки. Раз уж у нас классический костюмчик паучка из «Нет пути домой», мы летим на Daily Bugle. И у нас просто обычный, самый простой челлендж. Занять топ-1 и сделать как можно больше киллов с любым лутом. Но летим на Daily Bugle, да. А как вы знаете, от этой локи отыгрывать не так-то просто. А со мной вообще кто-то есть? Так, один вижу. О, тоже Человек-паук, что ли? Найс. А, он сюда прям приземлился? Давайте я тогда, наверное, сюда. Не-н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 е. Чё делаешь? Ё-моё. Ё-моё. Слушай. Ну-ка перестань. Что? Да ну... Ладно, я захожу в дом. Я вхожу в дом. Какой-то этот интересный челик. Еще один идет. Еще кто-то прилетел. Понятно. Блин, ну я не знаю, что это происходит. Да ну. Я не знаю, как я выжил. Меня сейчас зона может убить. Бляха-муха, меня сейчас может убить зона. О, нет. Какие-нибудь бинты. Там еще челики. Бинты. Что, я просто обычную катку в паблике играю и потею, как я не знаю кто. Замечательно. Он меня, наверное, вообще не услышал. Так, идем сюда. Надеюсь, это битва за мифическую пушку. Там еще есть основатель, да ладно? Никто основателя не убил? Слушайте, я тогда подожду, я хочу мифическую пушку. Я ж надеюсь, он не нокнется. А, помер. Найс. Все, у меня идеальный сетап. Теперь я могу еще один топ-1 занять. Еще один топ-1. Ребята, замечательно. Так, там челы можно встретить. Кстати, можно встретить. Не будем отрицать, можно встретить пацанов. Вот так вот я люблю делать. Ничего было в буре сидеть. Интересно, у него хватит хилов выжить? Ему не должно хватить хилов выжить. Да это Unreal. Ладно, мне нужно победить, поэтому надо быть очень аккуратным. Офигеть, ему реально хватит хилов выжить? Я не верю. Да ну! Челик реально отхилится.
Вау, это круто. Мне прям интересно, как он в зону зайдет. Она сейчас по 5 уже должна коцать. Где этот челик? Что он делает? Офигеть! Он просто испарился! Вау. Куда ты стреляешь? У тебя там файт вообще-то, а ты стреляешь по мне. Ну я в зоне. А вот так? Могу еще вот так? Я не знаю, что я делаю. Я могу самую большую Бурдж-Халифу выстроить. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Успокойся. Ух ты, нифига. Мифическая... Блин, это мифическая пушка, это просто жесть. Чего она творит? Чел, аирдроп забрал. Что ты делаешь? Он ломает. Ну и что? Если ты сейчас меня начнешь пушить, ты что, вообще глупый? Боже, он то меня пушит, то чела, блин. Мне даже не хочется убивать того типа внизу. По той же строте, ребята, работаем. Ну, у него... О, нет. У меня ресов нет. Выплыть не могу. Просто не могу выплыть. НТ. Блин, я просто... Что я сделал? Надо было оставаться на ХГ. Но я и убил этого чела. Зря я, наверное, в него пострелял. Надо было в Лару стрелять. Я тупанул. Здесь, конечно, да. Мой косяк, мой провал. Это было обидно, но ничего. Окей. В принципе, катка была неплохая.